Итак, вот шаг за шагом вы создаете свой, так сказать, портрет. Вы можете делать это с натуры. Ой, с фотографии, конечно, можете лучше начать пока с фотографии. С натуры немножечко будет чуть-чуть сложнее. Но, в принципе, этот подход, который я вам сейчас показываю, он как раз-таки приемлем больше даже и при работе с натурой.